К экологии экосистема в данном случае не имеет никакого отношения. Это система взаимовыгодных связей между ее участниками, а это российская венчурная компания, венчурные фонды, частные инвесторы. Именно они, как выражаются специалисты, в будущем составят скелет рынка. А пока, в том числе и на таких форумах, все они взаимодействуют в поисках наиболее эффективных результатов. Активный спрос на инновационную продукцию пока не наблюдается. Задача участников форума «Экосистема инноваций» – научиться добывать десятки миллионов рублей на реализацию многочисленных проектов. На сегодняшний день созданы практически все известные в природе, в науке механизмы поддержки и развития инноваций. Они уже начали работать, это начало приносить какие-то более или менее заметные плоды. У нас на самом деле ситуация с развитием инновационной экономики в последние годы была совсем не такой плохой. Ну, в частности, интернет развивался в стране опережающими темпами, опережающими даже по отношению к мировому. На сегодняшний день является очень значимым драйвером экономики. В принципе, инновационная экосистема в России, отмечают организаторы форума, уже прошла этап своего становления. Теперь необходимо перейти от количества к качеству и в первую очередь в сфере управления. Данное мероприятие, оно крайне важное для Краснодарского края, для всех регионов России. Оно позволяет власти услышать, что необходимо сделать с точки зрения, каким образом осуществлять поддержку предпринимательства, каким образом осуществлять поддержку высших учебных заведений для того, чтобы механизм заработал. Механизм – это продвижение инноваций, создание и движение по пути развития экономики, именно инновационной экономики. Поделиться своим опытом на первый подобный форум в России приехали и зарубежные специалисты. Благодаря и таким форумам курортный Сочи становится центром событийного туризма. Туристы здесь находят не только уникальное сочетание моря и гор, но и возможность стать участником или зрителем самых разнообразных мероприятий, как в Красной Поляне, так и в центре города. Событийный календарь Сочи расписан на годы вперед. Зарезервированы на месяцы вперед и номера в местных отелях, особенно в горном кластере. Заполняемость практически стопроцентная. Новые современные гостиничные комплексы с достойным сервисом круглогодично обслуживают как туристов пляжного и горнолыжного отдыха, так и участников мероприятий мирового масштаба. Это своего рода собственный секрет успеха, своя экосистема, с которой в эти дни обязательно ознакомятся участники форума. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.